Mama. Mama. Ирина Васильевна! Ирина Васильевна! Ирина Васильевна! Даня? Можно я на зачет буду готовить арию «Турандот»? Турандот? Это слишком сложное произведение. Ну хорошо, а что ты скажешь? Как ты думаешь, что это значит? Твоя госпожа и твоя рабыня палит огнем и холодом стынет. Корону или смерть дарует мужчине. Я думаю, что принцесса Турандот говорила о себе и о своем избраннике. Верно. А почему, как ты думаешь? Ну, мне кажется, потому что его любовь, как и его жизнь, полностью зависит от нее. У тебя очень мало времени на подготовку арии. Распорядись им с умом. Спасибо. Ирина Васильевна. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Привет. Ты закончила? Да. Поехали? Да. До свидания. Ирина Васильевна, спасибо. До свидания. Смотри, что я нашел. Ракушка! Смотри, ракушка. Тебе нравится? Очень. Вот смотри, если бы вот я бы умел бы плавать, я бы все эти ракушки просто покажу на Нет! Я хочу, чтобы все ракушки жили в море! Сейчас здесь все по-другому. Вот там была хижина твоего отца, а внутренний дворик. В нем было много-много красивых раковин. Да, все изменилось. Есть кто дома? Они понимают по-русски? Йожен Дзайма! Йожен Дзайма! Мы там живем! А, смотри, есть. И мы
找谁呀？你好。你好。啊，我们是司令人。嗯？司令人。苏联。苏联。对。来中国，之前补习了一下韩语。哦哦。但是说的不好。没关系，我大概能听懂。啊。是你的吧？啊，是你的吗？哦，我的，是我的，都是我从海里打上来的。啊啊，这些都是我从海里面打上来的。啊。好，好。嗯，你叫什么名字？阿杰，叫我阿杰就行。啊。阿杰。阿杰啊，阿杰，游走的杰啊，啊，他叫安德烈，安德烈啊，安德烈，啊，我叫安娜，啊，阿杰，你不准备请我们到你家里坐坐吗？去家里吗？嗯。当然可以。Мама, я сегодня разговаривала с полицией. Несколько лет назад они проводили перепись, но у них нет никакой информации о папе и моей сестре. Но они сказали, что сделают все возможное, чтобы помочь нам. Девы мои дорогие,唱的这是什么呀？我也不知道啊。不过看他们玩的挺高兴啊。啊，阿姐，啊，你听得懂我们唱的歌曲吗？啊，你听得懂我们唱的歌吗？你应该问阿姐好听吗？好听。那当然，安娜，可是 most he new year new year see you in the house 开始。阿姐，你会唱歌吗？喂，我们这里的人都会唱打鱼歌。那就唱给我们听吧。不行，打鱼歌会把这鱼都吓跑的。он говорит, что распугает своим пением всю рыбу. 阿姐。天哪！
晚上就是他们了。哎，我说，今天晚上我们是他们。天高。要起风了，咱们回家。好，要起风了，我们回家。慢点，慢点，慢点，慢慢骑。安娜，这姜汤能御寒压惊，你趁热把它喝了吧。谢谢你，救了我。不客气。阿姐，怎么没有看见你的妈妈？怎么了？我阿妈在我3岁的时候就死了。阿姐，能给我讲你的故事吗？
我小的时候，阿爸和阿妈每天都要出海去打鱼，他们怕我跑丢了，就用绳子把我绑在那里。用绳子绑着你？绳子的一头绑在我的腰上，而另一头就绑在这根木头上。阿姐，你不哭？开始还会哭，可后来发现哭也没有什么用。自从他阿妈死后，我就再也没见他哭过。阿姐，我是不是说错话了？是阿爸不愿再提起阿妈的事情。对不起，阿姐，如果你也不愿，我也就不说了。没关系，阿妈在我的记忆里很模糊，我那时候还小，也不记事。有阿妈的照片吗？家里穷，拍不起照片。关于你阿妈的事，都是你阿爸告诉你的？嗯，我阿妈就是在你今天落水的地方死的。那天风浪很大，阿爸几次潜到海里都没有找到阿妈。后来阿爸告诉我，阿妈是被妈祖接走了，他跟着妈祖享福去了。Мам, мне нужно ответить на звонок.
Анна. Анна. Это Гуава Атадзе. Какая странная форма. Но это очень вкусно. А почему Адзе не пошел в горы с нами? Адзе должен был сегодня ремонтировать рыболовную снасть. Вот и не пошел. Что это? Адзе сказал, что это поможет нам от комаров. Адзе очень внимательный. Да, Адзе вообще отличный парень. Все изменилось. Только гуава осталась прежняя, такая же вкусная.
们要出海了。我也要去。不行。现在不要了。我想和杨勇了。真的。阿爸，嗯，安娜好看吗？好看呀，可她是外国人。外国人怎么了？外国人也得穿衣吃饭，嫁汉生孩子呀。理儿啊，是这么个理儿。可是万一生出个孩子来，中不中，洋不洋的，你说你怎么让我往外抱啊？怕什么呀？人家常说，两口子离得越远，那生出来的孩子才聪明呢。我在陵水，安娜在莫斯科，我们俩生出来的孩子呀，肯定聪明的飞上天了。你呀，这是做梦娶媳妇儿，想得美。阿姐，哎，阿姐。我们睡哪？你睡这儿。你呢？我跟阿爸睡外面。阿姐，你不跟我睡？难道你不喜欢我？喜欢。喜欢我，为什么不以你的手臂抱着我？祝福我们。安娜，别看这芭蕉样子不好看，味道还真不错呢。这些都是野生的？嗯，
我们陵水吊罗山，一年四季，遍地都是。我一直等你，到时候我要给你上很多很多的孩子。真的？那我更要拼命去下海赚钱，去养活你和孩子们。我也和你一起出海，就像当年阿爸和阿妈那样。Nicht mal sich hoch, sondern schon da. 等你毕业再来陵水的时候，就能吃到咱们亲手种的番石榴了。谁回家？Анна, можно тебя на минуточку? Да. Анечка, ты талантливая. Ты моя лучшая ученица. Ну что вы, Ирина Васильевна? Надеюсь, ты не зазнаешься. Ну, надеюсь, мне хватит ума для этого. Сегодня я встречалась. Надеюсь, ты догадываешься, с каким. Вы хотите сказать? Здравствуй. Да. Вот тебе передали пропуск. Понимаешь, тобою заинтересовались в Большом театре. Большом? Ты что, не рада? Ирина Васильевна, я не уверена, что хочу этого. Аня, Анечка, да ты что? Такой же шанс выпадает один раз. И не всем. Завтра в полдень ты должна быть на прослушивании в Большом театре. Спасибо. Я верю в тебя. Спасибо, Ирина Васильевна. Ты лучшая. Thank you.
когда я чувствую запах морского прибоя, я чувствую запах твоего отца, который спит в этом море. Это ваша бабушка. Ну, где же Эш? Неужели ее забрал Марджин?结果了，我们分析的结果了，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，那颗番石榴已经放火了。安娜知道了，一定会很开心的。嗯。我呀，并不想给你泼冷水。安娜，不管怎么说。她也是个外国女人呀、啊，她的家庭情况、个人情况，咱们都不了解。你也不好好想想，一个外国女人，她怎么可能嫁到咱们这个小渔村里来呀、啊？阿爸，安娜和别的外国女人不一样。就是不听我的话。我告诉你啊。你跟安娜不会有好结果。我相信，他一定会回来的。郑玉洁。挂号信，外国寄来的。阿杰，阿杰来了，走了。这方圆几百亩的地，
已经是我们老板的了啊。我们先砍树，接下来我们还要拆房子。谁要是跟我们过不去，别怪我让你们吃不了兜着走。你好，你好，请问这里边来是新城吗？不清楚。这里的村民都搬到哪里去了？不知道。我怎么样才能联系他们？不清楚。你吃海鲜吗？我带你去。这里老板和我很熟的，不会宰你的。你住在这里？
你是在等人吧？不，我在照着。呀，这外国人会说中国话可真不容易。我说这都三更半夜的，你找谁啊？真有姐，新村的真有姐。想挣你点钱可真不容易。我想起来了，我表嫂她娘家就是新村的，也许你能从她那儿打听到你想找的那个人。你的表嫂在哪里？她在蛋家鱼排。上来。不过啊，我得收你20块钱车费啊。走。快尝尝，新捞上来的鱼。哦，你不用中国的筷子是吧？我去给你拿那叉子啊。不用叉子，阿姐教过我是用中国的筷子。那就好。表嫂，嗯，新村里的人都搬到哪里去了？你认识阿姐吗？我实话跟你说啊，我呢结婚比较早，我孩子都10多岁了。我结婚以后就跟我老公在这鱼排店上忙活，很多年都没有回娘家了，所以这个新村的事情我知道的不是特别多。不过没关系，你要找的那个人我可以帮忙打听，等我一打听到有消息，就让我小姑子去告诉你。啊，谢谢。哎，不客气。来，吃饭。还有20块钱，今天免费。真的？我告诉你个好消息啊。什么好消息？我表嫂啊已经打听到你要找她那个人了。真的？上车，我现在带你去。哎呦，别着急，别着急，进屋慢慢说啊。走，慢点。先坐。来，喝点水。你说的这个人呢，我还真帮你打听了。这个新村啊，确实有个叫郑玉洁的。不过我结婚那会儿吧，他太小了，刚刚脱那开裆裤，所以我对他的印象不是特别深。他们为什么要搬走？哎呦，这个政府不是搞那个经济大开发吗？啊，引进了很多这个开发商圈的那个土买地，啊，这村民这有钱了呀，就拿着这钱，要不然就到市里边买那大房子啊，要不然就到外边做大生意啊。哦，还有人拿去赌，哎呦，都不知道，很多人呢就因为这个，连个遮风避雨的窝都没有了。
那阿姐姐呢？这不给你打听着了吗？哎，老公，来来来，我给你介绍一下啊，这个是我老公，你就叫姐夫就行了。安娜，姐夫好。我说哪冒出一外国小姨子来呀？不贫了，你赶紧坐，安娜。阿姐那事儿，杨小姨子，你要找到阿杰啊？我帮你打听到了。 当时拆迁队砍树，阿杰为护棵树跟人家打起来了。谁放这里树吗？哦对，好像是范石榴树，就离他家不远那棵。后来呢？后来，哎，你想想，人家那么多人，阿杰怎么打得过人家？阿杰怎么样了？摔了一跤，摔成傻子了。 上次，哎，他们领导不管呀？老板黑心，老板说了，阿杰是自己摔的，把责任推得一干二净。快告诉我姐夫，阿杰他人现在在哪？听他们村里人说呀，为了给阿杰看病。 他爸花光了家里所有的钱，连房子都卖了。这个现在也不确定在哪住。可别耽误去找阿杰，拜托了。这，杨小姨子，阿杰成了废人，连他阿爸都不认识，哪能认得出你来呀？要我说呀，这人就别见了，见了也难受。不，我一定要找到阿杰。这。 行了，咱家那不有三轮车吗？你带着安娜四处找找去。去去去，这鱼排店有我呢，没事儿。哎，杨小姨子，要不我送你回去吧？我想自己坐坐。那好吧，那有空到姐夫蛋家鱼排啊。 我回来了，你对安娜回来了，你看看我，我是安娜。哎，子，爸。
对不起你呀、啊，我是真没钱给你看病，我。三轮车呀、啊，是你姐夫以前拉客用的，啊，现在我这鱼排生意做得大了，那车我也用不上，你要用呢，你就拿去用，等你不用的时候，你再给我拿回来就行了，啊。谢谢你，不要骚。哎呀，你客气啥？不客气，啊。安娜，你晚上别走，表嫂给你做鱼吃，你看。去哪里？哟，洋妞啊！去哪里？去城里。一个人20块，两个人40块。多少？我们两个人30啊。40块。那是这哦，40就40。他妈的，那10块钱买烟不行啊！啊，行行行吧，行吧，上。挨着大美女洋妞，不错啊，开车吧，妹妹。到了，啊，到了，哦，到了，哎呀，哎呀，到了，什么钱呢？40。嘿，这姑娘挺厉害。Thank you.
机。还记得他吗？我当时就坐在这里，安德烈在这里，你和阿爸在这里，你还记得吗？记得这片海吗？这里留下我们非常多的美好回忆。我一生都忘不了的回忆。阿姐，你也不能忘。Ciao, Anna. Angelo, 你是那些好才能长的。谢谢你救了我。Thank you.
这下好了，老天爷呀，也舍不得棒打鸳鸯了。是啊，是啊，你们这段感情啊，总算是有个结果了啊。哎，将来生个孩子，不管像谁，我这个爷爷啊，全认啊，全认。要我说，你们两个赶紧把这结婚证领了吧。阿姐，安娜是外国人，我们登记结婚还需要很多的证明。为了结果是比较麻烦，参加审批需要很长的时间。哎，要不你们先把这婚给定了呀？你这样再慢慢等呗。对，我们今天来就是想请你们两个做我们的证婚人。哎，好啊！哎，我看今天就是个好日子。今天。对，今天。一定会给你买最好的戒指。呀，溜不溜，吉比呀。安娜，把这些水果带到路上吃，啊。阿胜呢？阿爸带着孩子们在邻居家玩呢。放心吧，家里有我呢。
哎呦，海翔，离不开我。再说阿爸身体不好，也需要你的照顾。那你带着爱华走，早点回来。如果可以的话，把你的父母接过来，我们一起生活好吗？谢谢你，阿姐。Вот так мы покинули Линшуй и вернулись на родину. Своего папу я больше не видела. А из-за смены власти его арестовали. Нам запретили выезд за границу. Моя мама тоже лишилась работы. А страна, которую я очень любила, распалась и превратилась в другую страну. Я помню, как мы с отцом там на берегу построили хижину. Я искала его, Ешу, потом, когда разрешили выезжать. Но так и не нашла. Мам, прошло больше 20 лет. Все изменилось. Да, все изменилось. И люди, и город, и общество. Все изменилось. Только они... Мы не могли так просто исчезнуть. Не волнуйся, мама. Полиция поможет нам найти отца и сестру. У моря, у синего моря, со мною ты рядом со мною, и солнце светит и для нас с тобой. Целый день поет прибой, прозрачное небо над нами, и чайки кричат над волнами. Я видела его. Что ты ищешь? Я видела здесь красный шарф. Мам, ты должна быть слишком устала. Thank you.
好多了啊。Почему я здесь? Слишком устала. А. Вернемся в Москву. Ну как же мы уедем? Мы же еще не нашли твоего отца и Эшу. Мам, я боюсь, что прежде чем мы их найдем, я тебя потеряю. Ой. Отцы, где ты? Ты знаешь, что я дома. Мам, сейчас интернет хорошо развит. У нас очень много способов их найти. Не волнуйся. Мы их обязательно найдем.我明天就要飞往俄罗斯了。你放心吧，我一定会找到妈妈和妹妹的。我们是去俄罗斯找外婆和小姨吗？是的，宝贝。我们能找到他们吗？我想，会的。